Считается, что человек, вышедший на пенсию, это человек доживающий. Это неправда. Возраст дожите, к возрасту счастья – наш основной девиз. Пенсионерами людей, собравшихся в этот день в каминном зале Центра культуры Родины, язык не поворачивается назвать. Это самые настоящие активисты. На пенсии они и поют, и танцуют, изучают новые языки и активно участвуют в жизни города и даже за его пределами. Например, в 2014 году наши люди серебряного возраста были волонтерами на Олимпийских и Паралимпийских зимних играх в Сочи. Собственно, по этому поводу они и собрались. Это для нашей страны огромное событие, событие для вас. И мы рады сообщить вам, что первый слет активистов всероссийского движения «Серебряный возраст» в рамках краевой акции «Стань волонтером мира» объявляется открытым. Обслуживали концерты, участвовали в награждениях, то есть поднятие флага, все это обеспечивали порядок, организованность и все прочее. Люди серебряного возраста – это волонтерское движение, в состав которого входят люди старшего поколения. Такая общественная организация существует на курорте уже второй год, и за это время ее участники сделали огромное количество добрых дел и поучаствовали в различных мероприятиях и акциях. Мы, как волонтеры серебряного возраста, передаем эту эстафету молодежи и с нашими активистами продолжаем эту работу в рамках городских, международных и уже даже мировых мероприятий, такие как, например, фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Сегодня уже более 40 пенсионеров записались в их ряды. Ждем с нетерпением, когда будет фестиваль, и мы сможем рассказать молодому поколению, какие мы активные, добрые, отзывчивые, показать пример нашего неиссякаемого оптимизма, а значит и долгой, счастливой жизни. Экологические акции в заповеднике Утриш, несколько раз мы их проводили. Вот. Различные концерты, различные акции в городе, занятия совместные спортом, изучение английского языка. Так что вот так у нас все это проходило. И команда сформировалась, и мы до сих пор все дружим. Глядя на блеск в глазах и активную жизненную позицию людей серебряного возраста, просто заряжаешься позитивом и энергией. И даже невольно задумываешься, а кто же из нас пенсионер? Маргарита Улыбка, Анапа Лайф.